Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Михаил Проходцев, клирик храма Равнопостной Нины в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге, магистр богословия. Здравствуйте, дорогой отец Михаил. Добрый вечер, дорогой Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители. Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи сложная, но интересная. Духовное богатство и мир. Точки соприкосновения. Если серьезно говорить на эту тему, то, конечно же, каждый из вас так или иначе в своей молитвенной жизни или в жизни, которая еще находится в, ну, что называется, вне церковной ограды, сталкивались с этими проблемами, и духовное богатство в нашем понимании это очень интересная и очень интересная тема, скажу так. А для того, чтобы вы могли связаться с нами в прямом эфире, то вы можете позвонить к нам в Санкт-Петербург по телефону 677-6244. Напомню, что код города 812. И повторюсь, код города 812, телефон 677-6244. Мы с радостью и с благодарностью будем ждать ваши звонки и ваши сообщения. Дорогой отец Михаил, когда готовился к передаче, немножко, вот просто вот немножко, что называется, порыл в интернете и увидел, что тема настолько глубока, что я не уверен в том, что мы справимся с ней за одну передачу, но попробуем. Духовное богатство. Я прочел в статье, которая направлена не для верующих людей написана, но для просто такая психологическая, такое психологическое некое размышление. И там есть такие слова. Богатство духовное – это там чуткость, знание истории своей страны, ее прошлого. Там есть такие хорошие слова, как сопереживание. Есть такой один из принципов и признаков богатства духовного, как живой ум, ну и прочее. В общем, в принципе, довольно понятные абсолютно вещи, как бы, но тем не менее, когда мы говорим о духовном богатстве, у нас есть разные представления о нем. Мы знаем духовное богатство святых отцов, к которым мы прибегаем для того, чтобы можно было пояснить для себя какие-то очень важные вещи. Мы знаем и чтим духовное богатство Священного Писания, святых отцов, просто людей, которыми мы ценим. Но, тем не менее, существуют еще такие примеры, как, ну вот, может быть, не очень такой, хотя, с другой стороны, может быть, очень важный пример. Например, Арина Родионовна. В нашем представлении духовно богатый человек, безграмотный. Я не уверен в том, что она прочла какие-нибудь книги, и уж точно не книги по богословию, но мы можем сказать о ней, что в нашем понимании, что это был духовно богатый человек. Так вот, в этом случае, что же такое духовное богатство? Мы с вами православные христиане, и, как вы, Глеб Борисович, абсолютно точно заметили, да, у нас есть щедрое богатство, к которому мы можем прибегать и черпать в нем много для себя и вдохновения, и мыслей, и как раз обогащаться духовно. Это Священное Писание и Священное Предание. То есть Священное Писание – это книги, да, которые дают нам возможность открыть для себя Бога и познакомиться с Богом, в которого мы верим, в Троицу поклоняемого. В особенности открыть для себя Христа, да, и понять, кто Христос для нас, наш Господь и наш добрый пастырь и наш добрый друг. Апостол Павел
дает, на мой взгляд, замечательное определение духовного богатства в послании к Галатам. Я бы хотел его озвучить. Дело в том, что вообще, в принципе, духовное богатство – это жизнь в Святом Духе. То есть возможность стяжать это духовное богатство – это возможность жить в Духе, возможность жить с Богом и возможность жить в Боге. То есть не время от времени обращаюсь и вспоминая, что мы христиане, а постоянно стараясь пребывать в Духе и истине, и знать путь, куда мы следуем, в Царствие Небесное, для того, чтобы быть с нашим дорогим и любимым Господом. Вот что говорит апостол Павел. На мой взгляд, определение очень емкое того, что есть духовное богатство. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То определение, которое мы с вами посмотрели до эфира, да, там вот некоторые термины оттуда вы уже озвучили, некоторые формулировки. Чуткость, замечательно, да. Там была и человечность, была и мораль. Но апостол Павел открывает нам совершенно другое измерение, но измерение правильное духовного богатства. И начинается оно с любви и радости. Любовь и радость, дальше мир, дальше долготерпение и так далее, то, что мы озвучили. С одной стороны, эти слова постоянно звучат для нас в церкви, да, священники говорят об этом, самбонов, мы имеем возможность прочесть об этом и у апостола Павла, и в Евангелии, и в других книгах Священного Писания, и у святых отцов, которые об этом говорят, и у наших современных проповедников. С одной стороны, как бы вещи очевидные, но с другой стороны, а попробуй догони, что называется, да, попробуй дотянись до этих плодов. Ведь, чтобы стать духовно богатым, нужно пройти огромный путь. И если этот путь пройден, то вряд ли человек, который действительно обрел духовное богатство, сможет сказать в конце жизни: «Посмотрите на меня, какой я красавец, я духовно богат, стяжал все плоды Духа Святаго, о которых говорит апостол Павел, мне теперь не стыдно умирать. Приглашайте там телевидение, поснимайте меня, а теперь я ухожу». Да? Ну, это было бы странно. Мы с вами знаем примеры святых. Никто из них никогда не утверждал о своем духовном богатстве. Скорее, все плакали о своих грехах и ощущали постоянно свою духовную нищету. И это говорит как раз о том, что то, о чем идет речь у апостола Павла, это то, чего нам по-настоящему не хватает, но то, что мы можем обрести благодаря Богу, благодаря стремлению к Нему, благодаря попытке осознать, о чем Он хочет нам сказать, благодаря попытке научиться с Ним разговаривать, благодаря попытке научиться Его слушать, благодаря попытке идти с Ним в одну сторону, туда, куда Он нас призывает. Вот это возможность стяжать то самое духовное богатство, которое всем нам так необходимо. Да, тут, конечно, вспоминается и Ава Дорофей, и Макарий Великий, потому что действительно представить себе, что в нашей жизни мы можем себя каким-то образом назвать не то что духовно богатыми человеками, но хотя бы просто... Ну, хотя бы как-то. Хотя, помните, нищий духом и так далее. Мы сейчас на эту тему поговорим, да. Обязательно поговорим. Но сразу после телефонного звонка, который мы примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните. Добрый вечер, Надежда, Воронежская область. Очень рад слышать вас, Надежда. Спасибо. Зависит ли от человека приобретение духовного богатства? Мы можем идти к нему, мы можем просить его, но ведь духовное богатство, по сути, дает Бог. Спасибо, Надежда. Я вот, что называется, вы сняли вопрос, потому что только хотел я его задать отцу Михаилу. Отличный вопрос. Да, благодарим Надежду за вопрос.
слава Богу за это, за что? За то, что у всех у нас одинаковые шансы. Вот. То есть всем нам Господь дает возможность обожиться. Да? Все мы сотворены по образу Божьему. И, конечно, у каждого есть свои таланты, свои дары уже, и человек может их в себе разглядеть и приумножить эти дары, и обрадоваться этим дарам, и эти дары использовать во благо и себе, и ближним. То есть понять, что вот мне уже дано, да, а чего у меня нет. Вот, каждому из нас просто жизненно необходимо ответить для себя на этот вопрос. Вот, если мы сознательно стараемся идти туда, где истина, путь и жизнь, туда, где Христос, за Христом. Потому что наше движение должно иметь цель. Это совершенно логично. Движение без цели хаотично и не приведет никуда. Приведет в тупик, потом в еще один тупик, потом в еще один тупик. Нам с вами дан путь. Господь себя называет путем. Нам с вами открыта истина. Всем нам, каждому человеку. Кто-то откликнулся на этот призыв и открыл для себя эту истину, кто-то еще нет, да, но тем не менее каждому это открыто. И Господь говорит: «Я жизнь». То есть хочешь быть жив – будь с Богом. Этот призыв обращен к каждому из нас. Обратите внимание, вот как узнать волю Божью? Да, люди спрашивают: «Пожалуйста, открой Евангелие и начни читать». Удивительное дело, 10 заповедей и блаженство – уже дают нам возможность понять, какой вектор движения у нас должен быть. Не нужно искать духоносных наставников во всяких разных укромных уголках нашей страны и мира. Ну, я не против этого, да, если у кого-то есть такое стремление, пожалуйста, но просто говорю, что все гораздо ближе. В конце концов, у нас есть возможность молиться, если нет под рукой Священного Писания, а молитва — это разговор с Богом. И в этой молитве мы можем честно признаться Богу: «Посмотри на меня, я просто пуст и гол. Я не нахожу в себе ничего, о чем говорит Священное Писание. Как я могу это обрести? Я не вижу в себе сил для этого. Сколько раз я не пытался начать, я постоянно спотыкаюсь, и у меня пропадает желание это делать». Или еще что-нибудь, да? «Помоги мне. Помоги мне понять, как мне обрести те дары, о которых говоришь ты, Господи, и о которых говорит Священное Писание». Понимаете, это я своими словами сейчас сказал, но на самом деле, если мы откроем молитвослов и всмотримся в молитвы, утренние, вечерние правила, правила ко святому причащению, покаянные каноны, мы увидим, что очень много об этом, очень много крика об этом. А молитвы святых учат нас молиться самих. Вот поэтому у нас равные шансы у всех, слава Богу. Мне очень нравится первая молитва, которую мы просим: «Боже, милости будь мне грешному». То есть, начиная с этого, вот мы уже начинаем этот самый путь. А уж если мы говорим о заповедях блаженства, как тут не вспомнить «блаженны нищие духом»? Вот это вот удивительная вещь. Если мы говорим о богатстве духовном, то, может быть, это правильно, когда богатство духовное начинается с признания своей нищеты духовной. Вот на самом деле это очень сложно. Я не знаю, если кто-нибудь пытался это сделать, то наверняка получалось, так скажем, да, то наверняка человек может потом обратить внимание, как сложно избавиться от множества тех заблуждений, которые у нас, у каждого есть о себе самих. Каждый из нас их имеет, так или иначе. Человек, которого могут считать высокодуховным, да, тоже может вдруг начать заблуждаться. Такие случаи бывают. И люди, которые даже годами и десятилетиями могут находиться в сане, да, и молиться за людей, строить храмы и так далее, и они не застрахованы от того, чтобы
сбиться с пути, да? И очень важно тогда, естественно, вернуться обратно на правильную дорогу, туда, куда нас приглашает Христос. И осознать себя нищим, ну, во-первых, кому захочется быть нищим? Вот начнем с этого, да? Например, все мы стараемся даже не думать о том, что с нами может произойти то, что мы можем обнищать. То есть признать себя нищим, не имеющим ничего. То есть в плане вот даров, да, в данном случае абсолютно пустым и не имеющим вообще ничего. Это очень сложно. Вот как человек может сказать себе, наконец, что вот я, например, банкрот, и нет у меня ничего, и надо мне что-то с этим делать, да? Это, ну, очень сложно признаться. Кто-то предпочитает, например, алкогольные завесы вот так вот себя закрыть и пребывать в каком-нибудь заблуждении, в пьяном, например, заблуждении, да? А кто-то может себе честно ответить на вопрос. Я дошел до ручки, нужно что-то с этим делать, например. Нужно начинать лечение. Да, то же самое и здесь. Жить не могу. Я так больше жить не могу. Наверное, вот с этого момента начинается все. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните? Здравствуйте. Отец Михаил, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Духовное богатство человека нельзя посчитать, увидеть, пощупать, потрогать, почитать. Искать. Оно есть, но его нет. Такая вот замысловатая штука. Но все же есть люди, которые духовно богаты, а есть те, кто нет. Чем же они отличаются? Игорь, спасибо. Не в бровь, а в глаз вопрос. Спасибо, да, Игорь. Замечательный вопрос. Ну, дело в том, что, понимаете, мы... Игорь совершенно верно сказал, мы не можем измерить духовное богатство, там, есть оно у нас или нет, да, и тем более, если мы не можем сами себя оценить каким-то, да, устройством или каким-то тестом оценить, насколько я духовный человек, то как мы можем говорить, что мы можем знать о духовном богатстве другого человека? Вот, предположим, тот же самый апостол Павел. Можно позавидовать апостолу Павлу в какой-то степени, да? Он увидел Христа, да, и обратился, и всю жизнь был его апостолом. Он видел других апостолов. Он имел, ну, такие возможности, которых ни у кого из нас нет, да? Он проповедовал бесстрашно, и сегодня он прославлен, великий святых, мы обращаемся к нему. Вот сейчас Петров пост, у нас апостольский пост, да, 12 июля мы с вами будем встречать праздник святых первоверховных апостолов. То есть вот думаем, ну это точно духовно богатый человек. Но что о себе говорит сам апостол Павел? Он постоянно стенает. Он мучается от какого-то жала в плоть. Он говорит, что доброе, чего хочет, не делает, а там злое, чего не хочет, делает. И все такое прочее. Бедный я человек. Понимаете, человек, который с нашей точки зрения является духовно богатым, себя считает бедным человеком. Он мучается, он радуется тому, что ему открылся Христос. И каждый из нас может этому обрадоваться, да, и осознать свою духовную нищету, и осознать то, что у нас есть тот, кто может нас, опустошенных, мы сами себя опустошаем, может нас наполнить благодатью, наполнить духом. Это наш Господь. Но вот со стороны кажется, да, он духовен, а он, ну, так же, как и мы, переживает, мучается от чего-то, что-то его терзает, и он также может осознавать себя пустым, понимаете, в какой-то степени. Поэтому это вот мерить со стороны я бы не рекомендовал никому, да. Вот этот сосед, там, например, богаче, чем я. Мы не знаем, какие могут быть трудности у этого человека. Вот, например, просто если про материальные вещи говорить, то, смотрите, очень сложно сейчас людям
очень состоятельным сохранять свои капиталы. В каком плане очень сложно? В том плане, что сейчас все со всех сторон, там правительство, да, озаботились, их деньги в нашем банке, а почему бы нам на них не наложить там больше налог? Или вообще не арестовать их счета за что-нибудь? Или еще что-нибудь? И постоянные переживания. Конечно, разбойники и так далее и тому подобное. Но настолько проблем, вот как с этим совсем потом быть? Да, человек мог это заработать абсолютно точно, честно, да, или там еще каким-то образом, но потом возникают совсем другие вопросы. Мы об этом не знаем. Мы не знаем, как он спит, мы не знаем, какие он себе вопросы задает. То же самое мы не можем говорить о духовном богатстве другого человека. Со стороны может казаться, да, вот это да. Но по факту, пожалуйста, жития святых, ну откройте, ну посмотрите там наших подвижников, пустынников, да, и новомучеников и исповедников, да, люди духа, но лишенные всего, абсолютно всего, оказавшиеся там в застенках, да, расстрелянные, да, не имеющие возможности, ну, перед смертью вот так вот покаяться, как положено, да, и причаститься святых христовых тайн, получившие там пулю в голову или утопленные в озере или еще что-нибудь. Это люди духа, но как для них, для самих, не знаю, что они чувствовали в те моменты, когда с ними это происходило. И им не позавидуешь, в отличие от апостола Павла. Зато у нас есть удивительная возможность, это удивительная возможность, которая не была у первых христиан, этого не было. Но у нас она есть, это радость, возможность узнавать о людях, которые столько сделали для Господа, претерпели, и мы можем сейчас об этом читать, узнавать, видеть. Это наше формирование нашего духовного богатства. И поэтому, когда Нина спрашивала вопрос, как это можно сделать, да, можно. Можно заботиться, ведь нам это легче. Нам это реально легче. Мы можем очень много узнавать об этом. И формирование этого самого духовного богатства... Я понимаю, что мы никогда не сумеем сказать о том, что мы духовно богаты. Но, может быть... Знаете, как вот... Если мы опять вспоминаем апостола Павла, то, знаете, для кого-то жизнь была от Савла до Павла, а у кого-то, может быть, и наоборот. То есть человек из христианина может постепенно, растрачивая свое богатство духовное, превращаясь в бедного человека, духовно бедного человека, превратиться опять в гонителя христианства, опять превратиться в Савла. Но насколько вот меня интересует сейчас вопрос вот, именно взаимоотношения. Богатый человек духовно, богатый человек всегда на протяжении всей истории, все, что мы читаем, это всегда противостояние этому миру, и мир всегда противостоит человеку духа, потому что, ну, так бывает, к сожалению, так бывает, в особенности это было вот на нашей памяти буквально, 20 век, кто-то, ну, в общем, мы помним вот это, но неужели не получается таким образом, что богатые духовно люди, люди духа, могут все-таки менять этот мир? Мир этот все-таки меняется? Его духовные люди, люди духовно богатые, могут его поменять? Могут поменять его люди, которые только начинают свой путь? Этот мир меняется благодаря молитве, благодаря узнаванию этого богатства духовного? Меняется этот мир? Или он всегда будет агрессивен? И чем больше ты становишься духовным человеком, тем более мир должен быть агрессивен. Мне очень сложно ответить на этот вопрос, Глеб Борисович, потому что те перемены, которые сегодня происходят в мире, я не могу их связать с тем, насколько мы духовно богаты или духовно бедны, да. Ну, конечно, мы с вами знаем, что когда оскудеет праведник на земле, да, то тогда придет Господь во славе.
и будет судить. Но сказать, что праведник оскудел на земле, вы знаете, если мы посмотрим историю, немножечко полистаем, ну, возьмем, предположим, энциклопедию, да, то мы увидим, что в каждом поколении во всех временах, да, были те, кто говорил, что ну все, дальше вот уже край. Вот дальше уже просто некуда. Оскудел преподобный, да, все. Сейчас придет архангелова труба прозвучит, да, и вот в том состоянии, в котором мы есть, жуткого и ужасного упадка, Господь придет и будет нас судить, и вообще там спасутся там единицы. Да. Сейчас очень много об этом, пожалуйста, звучит, интернет открыть, страшно читать. Такое ощущение, что вот сейчас, знаете, ну просто произойдет что-то ужасное, когда смотришь разного рода новости, обзоры там на Ютубе и так далее и тому подобное. Но тем не менее, посреди страха, который сегодня царит в мире, а он сегодня очень могуществен, этот страх. Он сегодня побеждает, нас сегодня. Этот страх, он пытается нас победить, да, и он может нас победить, если мы поддадимся ему и сдадимся ему и капитулируем перед ним. Это сомнения, множество разных вещей, которые как раз меняют нас и сеют в нас перемены и выдалбливают, можно сказать, просто выгоняют, выскребают из наших истерзанных душ вот те дары, которые мы могли за какую-то свою, за какой-то свой путь, да, во Христе стяжать. И очень важно вот в эти дни, ну, менять, конечно же, в первую очередь самого себя. Дело в том, что призыв о том, что давайте сделаем мир лучше, он довольно популярен, и если мы обратим внимание, то, предположим, если я куплю кроссовки, ну, предположим, там, какой-нибудь известной фирмы, да, не будем делать рекламу кому-то, я сделаю мир лучше, потому что они сделаны из суперэкологичных материалов, и, не знаю, там, дорожное покрытие будет меньше стираться, и будут меньше асфальтировать дороги, что-нибудь там такое. Если я куплю автомобиль там, на газу, который там, или электрический автомобиль, то там, я тоже сделаю мир лучше, и так далее, и тому подобное. Это как бы, знаете, нам дают такие, вот получи как бы наслаждение от вещи, да? Потратить свои деньги и еще как бы... Стать еще ко всему заодно духовным человеком. Да. Ну, там, занимайся, там, не знаю, медитацией, например, в новых классных кроссовках и на своем электромобиле. И здесь возникает вопрос, да, у каждого человека, у верующего, у неверующего тем более, неверующий скажет, ну вот как произнесение каких-то слов, так, знаете, ну, можно сказать, даже грубо, бубнешь там где-то в углу, да, может что-то изменить в твоей жизни, а потом и в мире, да? И верующий человек в моменты своего малодушия, в который, к сожалению, мы очень часто впадаем, может тоже усомниться, а вот что, ну, пошел бы сейчас, сделал бы какое-нибудь дело важное, да, не знаю, в доброе бы, посадил дерево там, предположим, да, а я вместо этого вот здесь стою и молюсь, все равно там ничего не происходит, да? Это не так. Мы недооцениваем силу молитвы, потому что, когда действует Господь, мы тоже не можем измерить каким-то, понимаете, прибором, насколько она действенна. Но важно помнить одно, это очень важный момент, что любая искренняя молитва человека, а порой даже не искренняя, удивительно, порой даже если человек просто на автомате что-то произнес, она действенна, потому что Господь услышал, да, и если человек по своему нерадению и неразумию не может понять, что его Господь сейчас услышал, человек призвал его, и он действует в его жизни или в жизни другого человека, в жизни того, кто болен, в жизни того, кто находится на грани жизни и смерти, в жизни того, кто там занимается каким-то важным делом, то это не значит, что этого не происходит. Господь действует. И вот когда мы, люди Христовы, да, ученики, пытаемся, стараемся, учимся
обращаться к Богу и молиться за себя, и меняться сами, и молиться за других, то Господь щедро откликается на нашу молитву и действует в мире. В этом агрессивном, странном мире, который вот постоянно кажется, вот сейчас упадет, вот сейчас уже пора. Но Господь действует, и тайна сия велика есть, что мы еще один день можем прожить. У нас есть телефонный звонок, отче, давайте примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Добрый вечер, Евгений Белов. Я понимаю, вот первые века, когда первые христиане были, на церковь были страшные гонения. Христианами называться уже было смертельно опасно. Я тогда понимаю этих людей духа, они рисковали жизнью. Объясните мне, вот как в современном мире сейчас определить людей духа, любовь, благодать, долготерпение, что это не благие намерения. И известно, куда дорога выслана благими намерениями, а истина именно. В современном мире никаких гонений нет. И как этих людей духа определить? Хороший вопрос, отче. Как определить людей духа? Вот. Знаете, мне кажется, в каждом приходе есть такой самый маленький человек. Самый маленький. И самый, можно сказать, незаметный, который меньше всех говорит. Меньше всех, выступает с какими-то активностями там, и так далее и тому подобное. Но выполняет кучу поручений. Мало спит, много трудится. Вот. Настоятель? Молится. Хорошо, можно сказать настоятель, можно сказать кто-нибудь из прихожан, да. Но вот люди смотрят на него и думают, вот это человек духа. Вот, понимаете, можно вот так вот попытаться определить, да. Но... Что называется, угадаем ли мы? Будем ли мы правы? Я не знаю. Вот, может быть, это и так. Может быть, это совсем не так. Но важно понимать, что люди духа — это все те, кто старается услышать то, что нам пытается донести Господь, да, и исполнить это хоть как-нибудь в своей жизни. Кто искренне просит об этом Бога, и кто осознает, что он в этом искренне нуждается. Я думаю, что вот прям-таки сказать, что вот я знаю, что это человек духа, я не могу так вот говорить, понимаете, про кого-либо. Но я знаю, что возникают в жизни такие моменты, когда у нас возникает вдруг переживание того, что мы находимся рядом с человеком, который вот эти плоды Духа Святаго стяжал так, как должно, о которых говорит апостол Павел. И истинная любовь во Христе, подлинная радость и сорадование – душевный мир и возможность долго терпеть, благость, милосердие и вера — это не те подлинные. То есть вот подлинные эти понятия — это не те вещи, которые могут привести нас в ад. Хотя нужно сказать, что мы уже как-то встречались и говорили о том, что вера есть у каждого человека, и можно верить во что угодно. И для того, чтобы понять, что веришь в Бога, нужно еще понять, в какого Бога ты веришь. Да? Можно верить, например, в разрушение всего мира и искренне этого желать и стремиться к этому. Но это с любовью никак не созвучно. Потому что Бог есть любовь. Потому что подлинная, настоящая любовь — это там, где больше ты, чем я, где больше другой, чем я,
где больше желания быть для другого, переживать мир вместе с другим, чем переживать мир с собой, чтобы со мной переживали другие. Да? Это очень важно. И вот, наверное, знаете, очень важный показатель людей, ну, чтобы вот понять, что рядом с тобой человек духа, это человек, который умеет дружить по-настоящему. Мне кажется так. Вот, потому что все эти вещи, о которых говорит апостол Павел, они без умения дружить недостижимы, на мой взгляд. Человек, который говорит, что он любит Христа, а к остальным относится как к людям второго сорта, делит мир, так скажем, на своих и чужих, вот эти с нашего прихода, а там эти не с нашего прихода, да, предположим, это часто бывает, к сожалению, или эти оттуда, а эти там отсюда, там и так далее и тому подобное. У нас это полно. Там эти панки, эти металлисты, раньше так было, и еще что-нибудь, да. Вот. А тот, кто умеет дружить, он не делит людей на панков и металлистов, на людей со своего прихода и людей не со своего прихода, да. Он видит в человеке, он способен разглядеть в другом человеке такое же творение Божие и такого же потенциально имеющего возможность обожиться, как и он сам. И тогда он может и полюбить, и радоваться, а что самое еще очень важное, сорадоваться. Вот мне кажется, что радость и сорадость — это подлинные плоды Духа, потому что мы не умеем сорадоваться, это очень сложно, понимаете? Вот наш ближний, например, купил себе что-то очень крутое. И я был свидетелем того, что люди даже переставали общаться друг с другом. То есть один человек переставал общаться с другим просто из-за того, что у того улучшалось материальное положение. Его начинала есть зависть. Он делал вид, что он радуется за него, но на самом деле никакой радости не было. Сорадование и радость — это действительно плоды, настоящие плоды Духа, если мы способны обрадоваться успеху другого, способны обрадоваться тому, что другого человека, что мы увидели, что другого человека щедро одарил Господь дарами, и он научился ими пользоваться, что он... Ну, или даже что мы, нам показалось, что мы увидели человека, который в духе, или что даже нам не показалось, да, обрадоваться этому, а не начать завидовать, что вот, а у меня этого нет, а у меня этого нет, да, и так далее, и тому подобное. Вот есть такие точки, такие какие-то неочевидные вещи, которые внезапно дают нам возможность понять, что перед нами человек, который пребывает в духе. И еще одно. Возможно, нам не раз удавалось увидеть людей, искренне радующихся после того, как они причастили святых Христовых тайн. Это пребывание в Духе Святом, которое мы все желаем сохранить как можно дольше, если вся община, да, причастилась, все радуются и сорадуются тому, что они прямо сейчас сподобились встретиться со Христом, приобщиться Его Царству. Ну, это люди, пребывающие в Духе, и даже тот, кто так не считает, естественно, что он пребывает в Духе, он в этот момент пребывает в Духе, потому что Господь его щедро облагодатствовал. Только что вынырнувший из купели крещения пребывает в Духе. Вот младенец или взрослый человек, другое дело, как он будет жить потом, но в этот момент он точно в Духе. Можете прийти в храм, посмотреть на человека в Духе, только что родившегося для вечности. Да, это точно. Но потом еще один есть момент, удивительный совершенно, это ежехерувимы во время богослужения. Ведь мы часто не вслушиваемся в то, что происходит. Но что говорит священник, диакон, что в этот момент говорит, и что поет хор в этот момент, и кого кадит диакон в этот момент, когда он кадит иконы и нас, и мы поем в этот момент удивительное совершенно песнопение. Я просто вот в этот момент думаю о том, что вот каждый из нас в этот момент призван к этому богатству духовному, которое нам дается безвозмездно
даром, так просто, просто как придите и возьмите. Только для этого нужно просто прийти. Потом еще один момент, мне тоже очень напомнили ваши слова, когда вспомните перед тем, как разрушить Содом и Гоморру, сколько праведников нужно для того, чтобы были спасены эти города. Помните, 50 ли, 45 ли, ну и так далее. Я вот уверен в том, что до тех пор, покуда у нас есть эти праведники, мир наш стоит и будет стоять, и не будет никакого разрушения. Но когда-то вера все-таки оскудеет. А вот вопрос в связи с этим вот какой. Мы все понимаем в той или иной степени свою греховность. И когда мы приходим и исповедуемся, мы перечисляем свои грехи. И в этот момент, если мы реально задумываемся о своем духовном состоянии, то понятно, что степень, ну, как, что называется, не яко человек, а горе из кота. То есть мы это прекрасно понимаем. Вот насколько в человеке совместимо полное искреннее раскаяние, такое, когда мы понимаем, что мы просто действительно хуже скота, но при этом как-то каким-то образом оставить себе ту человеческую часть, которая достойна быть названа образом подобием Божьим. Ну, мне кажется, в момент искреннего покаяния, да, если человек по-настоящему, знаете, вот немножечко просто вернусь назад и мостик сюда, да, есть такое понятие, как благодать. То есть есть даже не понятие, а есть благодать, которую дает Господь. И у каждого из нас, у каждого христианина, я абсолютно в этом уверен, был в жизни такой момент, может быть, один-единственный раз, одна вспышка, когда мы ощутили благодать, когда мы пережили благодать. Дело в том, что я убежден в том, что если не произошло в нашей жизни такого момента, то я не понимаю, я искренне не понимаю, как человек может оставаться в церкви и вообще называть себя христианином. За что он тогда может держаться? Потому что в моменты самого глубокого и страшного отчаяния, которое мы можем переживать в своей жизни не единожды, вот как раз воспоминание наше об этой благодати, которой нас сподобил Господь, может быть, в момент обращения, может быть, где-то внезапно мы ощутили красоту и радость, пережили какое-то, не знаю, единение, понимаете, с Творцом и обрадовались этому единению. Это дает нам возможность снова сказать: «Господи, я помню тот день, когда Ты обрадовал меня так, как я, может быть, никогда в жизни больше не обрадуюсь. Я не знаю, будет ли еще в моей жизни что-то подобное, но это момент подлинной встречи с Тобой. Выведи меня из моего отчаяния в жизнь. Я хочу быть живым, я не хочу быть мертвым». И мы начинаем карабкаться снова, да? И вот в момент... то есть есть у человека такие моменты, да, в жизни, переживания благодати, и есть ощущение, то есть переживание, да, себя как, ну, последнего просто скота, да, грубо говоря. Но удивительно то, что невозможно постоянно находиться в состоянии вот такой благодати, да, и невозможно постоянно находиться в состоянии переживания себя полным, просто никчемным последним скотом. Как у свинья в колу. Да. И слава Богу. Ну, потому что ты образ Божий, апостол. Поднимись из грязи и иди дальше. Быть светом миру и солью земли. Вот. И они лежат постоянно в колу, как свинья. Мы не к этому призваны Богом. Да, бывает такое в нашей жизни, что мы доходим до такого состояния, что мы хуже свиньи, лежащей в колу.
Вот. Потому что свинья, ну, она, это ее природа, а для нас это как бы неестественно, что может еще что-нибудь более мерзкое с нами произойти. Но Господь удивительно дает нам возможность, Он дает нам возможность, пока мы живы, обратиться к Нему и искренне сказать: «Господи, посмотри, что я с собой сделал. Прости меня грешного и дай мне возможность исправиться и постараться больше такого не совершать». По поводу, вот, если уж мы свинью упомянули, интересная вещь. Оказывается, устройство головы свиньи такое, что она не может посмотреть на небо. Она не может посмотреть, вот так вот сделать. Человек может, даже внутренне может обратиться вот так вот. И еще один, вот уже как бы у нас не так много времени осталось, но тем не менее, очень хотелось бы услышать ответ на такой вопрос. Может ли жить человек в надежде на то, что вот не испытал человек в своей жизни этой слепящей благодати, не обратился человек еще к Господу так, чтобы просто радоваться просто его созерцанию этого мира. Вот может ли человек жить надеждой на это? Конечно, безусловно. Просто у меня возникает всегда вопрос, да, что послужило тому, что человек именно обратился. Надежда? Не просто начал интересоваться, да. Надежда – это замечательно. Если человек искренне надеется на это, ну, получит. И если это действительно надежда, да, то он будет обрадован. Потому что Господь обещал. Обратите внимание, Господь вообще ни одного слова на ветер не бросил. Все, что мы прочитываем, читаем в Евангелии, это все достижимо. И это все из великой любви Бога к нам. Это все величайший дар, которого мы ищем и которого мы можем сподобиться. И дело в том, что, понимаете, вот, например, то, о чем говорит апостол Павел, ведь кто может сказать, что в нем все это есть? Я такого человека не знаю. А может быть, и есть те, кто спокойно об этом говорит. Христиане ли это? Вопрос. Но суть в том, что мы надеемся и верим, что Господь даст нам возможность эти дары обрести. Но дело в том, что для этого сначала нужно все-таки открыть для себя Бога. Как? Это уже вопрос. Нет схемы, понимаете? Господь каждому открывается по-разному. Можно надеяться и на благодать. Мы, в принципе, в общем-то, постоянно ее ищем. Да? Постоянно ее ищем. И самое главное, мы постоянно стараемся, как христиане, да, пребывать в благодати. В крещении сообщается благодать Святого Духа. Человек рождается для жизни вечной, но ведь она может оскудеть, это известное дело. И вот хотелось бы пожелать всем, чтобы благодать не оскудевала. А чтобы благодать не оскудевала, нужно общаться с Богом и приобщаться Бога. Общаться через молитву, через чтение Священного Писания, через приобщение к Священному преданию. А приобщаться – это, конечно, в первую очередь причастие святых Христовых тайн, когда мы самого Господа причащаемся. Спасибо большое, дорогой отец Михаил. И столько нового мы можем узнать благодаря тому, что есть у нас это счастье, познание и благодарение Духа Святого, чтобы Дух Божий пребывал в нас, а значит и богатство духовное будет нас. Благословите наших телезрителей. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков. Спасибо. Отец Михаил Проходцев был сегодня в нашем эфире, клирик храма Равноапостольной Нины в Полежаевском парке Санкт-Петербурга, магистр богословия. Дорогие наши телезрители, мы очень благодарны вам за то, что вы постоянно пребываете с нами в общении, и за ваше милосердие спасибо вам, и оставайтесь на Первом православном.